Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Шац, и я хочу рассказать вам о том, какой я увидел Олимпиаду в Сочи. Я был в Сочи. Инкогнито. Ребята дали мне камеру, которую я видел, надеюсь, первый и последний раз в своей жизни. И больше не дали ничего. Ни денег, ни билетов, ни документов. Пожелали мне снять на эту камеру всю Олимпиаду, и я поехал. И поскольку я ехал всю дорогу от Москвы до Сочи на электричках, то просто чудом успел к открытию. Приехал и подумал, что опоздал, и все закончилось. Темно, огонь не горит, и никого нет, кроме меня и каких-то темных личностей. Оказалось, просто все остальные 1,5 миллиарда сидели возле телевизоров. Пошло, ребята! Здравствуйте! Что вы делаете сейчас? Я поджигаю олимпийский огонь! А что вы сделали? Это делает Третьяк Родина, зачем вы это делаете? Я вместо них, это была репетиция. Это репетиция. Покажите, как на самом деле. Вы промазали. Промазали опять. Ниже. Вот. Вот так, да. Вот. Вот кто зажег олимпийский огонь. Первым делом я пошел на биатлон. И выяснил, что комментировать биатлон – самое трудное дело на свете. Вот так комментирует биатлон. Вот так. Вот американская компания NBC. Аж 5 человек. Пока один следит за стрельбой, другой за гонкой, третий думает, что сказать, четвертый ищет своих на трассе, пятый успевает только фамилии называть. И посмотрите на нашу российскую студию. Сидит один мастер на все руки и не только работает за пятерых, но еще успевает в зеркало заднего вида контролировать ситуацию. Но встречались мне в Сочи и менее занятые люди. Чуть подальше, очень близко, видать. Вот, только нос от меня видно. Ну, здравствуй тебе, я говорю. Да, наш ласковый Мишка. Я вернулся. Ты вернулся. Я вернулся. И мы все этому очень рады. Я вернулся, всей конечно. Дружной большой командой болельщиков. Пожелайте что-нибудь президенту. Я желаю нашим спортсменам побед. Если заметили, то я променял сегодня и на всех соревнованиях свой волшебный посох на флаг России. Молодец, все будет по-честному. Но ле, Россия, вперед! Победы только честные. Россия, вперед! Ох, какой голос, дедушка. Тяжелее всего, оказывается, снимать фигуристов. Вертятся, скачут, из кадра выпрыгивают. То ли дело снимать конькобежцев. Или даже биатлонистов. Специально тормозят, чтобы их снимать. Успевал даже вон тот паровоз на колесиках. А эти, ну просто кошмар для оператора. Даже для такого опытного, как я. Ведь к этому моменту я уже 3 дня как научился все 3 кнопки нажимать. Ну вот, кажется, я отлично снимаю. Эй, куда ты делась-то? Только что тут была? Стоять! Можно хотя бы 5 минут не дрыгать ногами. Ты мне съемки срываешь. Вот она. Тьфу, да это же телевизор. Опять сбежала. Не, ну ей бы в разведке служить. Сейчас, ребят, сейчас музыка кончится, я ее поймаю. Ага, вот она. Стоять! Не двигаться! Снято. А когда их двое, вообще кошмар. Один туда, другая сюда. Хорошо, хоть на пьедестал все вместе зашли. Никто никуда не спрыгнул, удалось снять нормально. И вот, когда Олимпиада уже почти счастливо и радостно закончилась, я вдруг вспомнил, что не успел осветить один из важнейших вопросов современности. Вопрос о толерантности. Чудовищная ошибка для корреспондента с 2-недельным стажем. И я обратился к моему еще одному другу Василию Соловьеву. Вась, не познакомишь? Который? Его зовут Джонни Уэйр, он американский фигурист. Он тренировался как у Татьяны Тальдорасовой, так и у Галины Яковлевны Змеевской. А, просит заткнуться, спасибо. Наш парень. С ним олимпийская чемпионка 1998 года. Ее зовут Тара Липинский. Она очень была молодая, когда она выиграла Олимпийские игры. И было удивительно, то, что она сразу ушла из любительского. Короче, можно говорить? Простите. Я тебя хотел познакомить с моим другом. Он в России очень известный чувак. Телевизионный ведущий. Это мы ждем оценок от жюри. Спасибо большое. Нет, нам нужно несколько. Да. Потому что больше возможности увидеть жюри. Ну что ж, вот так у меня получилось снять эти Олимпийские игры. Зимние, жаркие, на свои. Когда в следующий раз Олимпиада пройдет в Питере,
я сниму лучше. Пишите нам в Твиттер и подписывайтесь на наш канал в Ютубе. И вы увидите мои репортажи с чемпионата мира по футболу из Бразилии. До свидания, наш ласковый Мишка. Лучший репортаж из Сочи. До свидания. Я снимал. Я снимал, а почему? Я снимал, я тебя убью. Понимаешь?